Объединение по интересам «Веселые краски» образцовой студии изобразительного искусства «Аквамарин» работает 5-й год. И с самого начала работы там занимается 10-летняя Диана Пеленога. Студией занимаются детки от 6 до 13 лет и старше. То есть есть и 14, и 15, и 16-17 лет, то есть все возраста. Занимаемся мы в различных техниках, работаем акварельными, гуашевыми красками. Также занимаемся графикой, используем графические материалы, фломастеры, восковые мелки, гелевые ручки, шариковые ручки, маркеры. Студия наша молодая, нам 5 лет, уже 6-й год, поэтому занимаются детки у нас не так давно, недолго, но все стараются, работают. И, конечно, участвуем мы в различных конкурсах, у нас проходит на базе центра очень много выставок, персональных детских выставок и общих выставок. Готовятся выставки к разным праздникам, и День матери, и к Дню Советской Армии, и к День Учителя. То есть самое разное количество выставок. Но также детки студии участвуют и в различных еще конкурсах международных, республиканских. То, что у девочки талант, было видно сразу. А сейчас это подтверждается многочисленными наградами, завоеванными в различных конкурсах. Она уже к этому возрасту развила хорошие способности в изобразительном искусстве благодаря своему педагогу Марине Николаевне Зенчик. В июле проходил республиканский конкурс «Право на детство». Организаторами этого конкурса являются Министерство юстиции Республики Беларусь. И вот Пеленога Диана наша стала победителем этого конкурса, получила диплом первой степени и памятный подарок – графический планшет. Это очень значимая награда, очень приятная награда. И копилка дипломов, копилка результативности Дианы пополнилась очень хорошо. Работа, которую Диана представила на конкурс, называлась «Право на семью». Вообще, практически все ее работы в графике, и выглядят они очень интересно. А еще по ним можно узнать, в каком настроении Диана их рисовала. Интереснее всего, скорее всего, это рисовать портреты, потому что я их обожаю рисовать. Я и дома их рисую всегда. Какое настроение, такой цвет выбираю. Например, если мне весело, то тогда красный. Если я спокойная, то зеленый, синий. На награждение пригласили и других участников студии. И они смогли также познакомиться с работами Дианы на ее персональной выставке. Мне было очень неловко, одновременно очень весело и приятно, то, что у меня есть своя мини-выставка. И то есть весь этот праздник сделали в честь меня. В общем, мне очень сильно все понравилось. В будущем Диана мечтает стать или дизайнером, или художником, или архитектором. А в любой из этих профессий ей, несомненно, пригодится ее талант и мастерство художника.